Масштабный теракт в Сирии. По последним данным, погибли 68 человек. Рано утром смертник подорвался на автомобиле рядом с КПП повстанцев возле города Эль-Баб на севере Сирии. Накануне силы оппозиции вместе с турецкими солдатами отбили город у боевиков Исламского государства. Большинство погибших – мирные жители. Ответственность за взрыв уже взяли на себя исламисты из террористической группировки ИГИЛ.